предметами и все. Но есть еще один нюанс. Когда мы приезжаем в Индию, мы очень иногда, вернее, не очень часто, потому что сейчас это редко, ну, хотя можно приехать куда-нибудь в Пондичерри или там, в Тирупати или в какие-нибудь города, которые связаны с религией шиваизма или которые связаны с индуизмом, и увидим там йогов. И иногда у этих йогов мы видим на голове, видим где-то на теле обмотанные четки. Так я хочу вам сказать, что данные четки для них не являются четками, на которые они читают мантры. Или они с этими четками не работают. Почему? А что же это за четки? Вот часто видим на них четки рудракши. Рудракша — это четки, которые связаны с верностью. То есть человек, который одевает на себя четки рудракши, он дает клятву. Он дает клятву, допустим, саньясина, который дает клятву никогда не сходить с поставленной задачи. То есть он дает клятву, допустим, молиться и в своих молитвах упоминать только Кришну, там, Шри Баладжи, Говинду или там кого-либо еще. Там, и он для него это его сила. То есть, когда он говорит, нет сил больше, может помолиться другому Богу, после этого руки прикладывает к этим четкам и говорит, нет, я верный, и моя верность, она дается мне с помощью вот этой рудракши. И так каждые четки, которые носит на себе йогин, они имеют определенное значение. Там лотос — это геройство, желание быть сильным, достичь чего-то. Черные — ну, как бы отомстить кому-то или достигнуть состояния такого полного отречения и дальнейшего там, то есть человек, одевая на себя черные четки, произносит себе клятву, что я сейчас, меня беспокоит в моей жизни то-то, то-то, я считаю, что это является для меня помехой для моего духовного развития, и одевая данные четки, я обещаю себе или даю обет себе полностью и устранить и полностью отречься от того, что меня беспокоит. И после этого, когда у него появляется желание, он прикасается к таким четкам и говорит, помогите мне, или там силой моего учителя, или там силой моих знаний, или силой моего посвящения, или еще чем-то.